Так, обещанное второе видео по передерсоли Country Hunter 50-го калибра. Вот пуля Реал, 320 грейн. Сейчас навощим, будем стрелять. Стреляем по сухим сосновым дощечкам. Толщина 15 миллиметров. Так вот, смазки не жалеем, все, что лишнее останется, смажем на ствол, размажем по стволу, дабы не ржавел. Так, будем мерить оригинальной петерсолевской меркой, поставили 100 грейн, должно быть видно. Стреляем мексиканцем. Осаживаем. Аккуратненько. Лишнее сюда. Эх, не дошла. Для затравки используем мексиканец, измельченный в ручной кофемолке. Распределяем, протираем огниво, взводим. О, какая прелесть. Вот что стало с пулькой. Кабельный свинец, 5% гарта. Смотрим. Так, она еще нас сюда в доску рубанула. Осталось 3 дощечки. Было 16. Первые просто разлетелись. Потом пошло пробитие. Вот. От 16 осталось 3 целых. Пуля ударилась в доску и выскочила. В следующий раз будем делать рамку, чтобы все это пожестче стояло.